Привет! Сегодня новый день. Мы приехали в село Лучистое. Это горный поселок. И отсюда хотим отправиться в долину привидений. Маршрут пока что не очень выяснили. Ну, в общем-то, думаю, найдем. Нас тут собака встретила. Уже пошла. Это тут долго обнималась со мной. Вот. Так что, надеюсь, будет увлекательная экскурсия, и вы все увидите. Ну вот, мы уже определились, куда нам идти. Начинаем подъем к долине привидений, Тагара Демирджи. Вот если сейчас внимательно посмотрите, как будто бы лицо человека. Это голова Екатерины. Она была высечена из камня, когда Екатерина должна была посетить Крым, но так до конца и не доведена, так как человек, который этим занимался, так и умер, не успел довести дело до конца. Тяжелая очень работа была. Вот так-то. Горы такие потрясающие. Просто идешь и рот открываешь то вправо, то влево. Везде красиво, куда ни глянь. Вот нашли вход в долину привидений. Ура! Пошлите. Это место, кстати, где снималась «Кавказская пленница». Орех, на котором сидел Никулин, и камень, на котором пела Наталья Варлей. Все здесь. Вот орешек. Вот такие тропки. Сделали небольшой привал. Поднялись уже выше облаков. Посмотрите, как красиво. Просто дух захватывает. И внизу облака. Вот мы приблизились к одному из столбов. Посмотрите, как он вблизи. Как будто бы его люди сделали из бетона. Или непонятно из чего. Вот такой вот он. Так, чем выше, тем круче. Уже по такому поднимаемся. Ух. Ну-ка сейчас подойдем к краю обрыва. Смотрите, фантастика. Ай, хоть бы не грохнуться. Thank you.
какое это все величественное, необычное. Вышли на солнечную поляну, и отсюда до вершины уже сравнительно недалеко. Здесь тоже несколько этих колонн, которые издалека смотрятся как человеческие изваяния. Сейчас попытаюсь обойти эту колонну. Там, думаю, тоже будет потрясающий вид. А здесь мы можем посмотреть на долину привидений сверху. Видите? Головы одни виднеются. Облака поднимаются, все нам закрывают. А вот еще одна голова вблизи. Вот она. Это маленькая. Наверное, 3 метра. А вот с этой стороны большая. Сейчас в облако попадем и ничего видеть не будем. Облака решили вверх подняться. Видите, буквально моментально все закрыли. Точно долина привидений. И вот еще через вершины облака проникают. Посмотрите, как. Очень необычно. Действительно, потом и заблудиться можно. Вот посмотрите, похоже на истуканов на острове Пасхи. Так, а нам сюда. А вот и голова Екатерины. Идем дальше. Скоро уже вершина. Осталось до вершины совсем немного. Что-то все в облаках уже. Вот видите, где флаг? Это вершина. Осталось, наверное, чуть меньше километра. Но надо собрать все силы и идти. Ты уже столько прошли. Последние уже буквально 3 метра подъема. Тут просто нереально. Все выглядит. Еще и облако на нас опустилось. Мы идем просто как в каком-то заколдованном лесу. Между скал. Ну, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И мы будем на вершине. О, и тут истуканы. Ну все, вот они.
последние метры до вершины. Внизу сплошные облака. Ничего не видно. Ну, ничего. Походу снимали, видели, какая внизу красота. Теперь только вершину. Да, и я туда сейчас доберусь. Ну все, друзья, преодолеваю последние камни, последние метры. На вершине увидимся. Все, вершина преодолена. Ура! Дорогие друзья, сегодня на вершине Южной Темирджи мы прячем для вас 100 рублей. Записка, деньги. Два огромных камня валуна. И вот здесь вот, в расщелине, мы спрячем для вас клад. Кто найдет, пишите мне на канал. Я буду очень рада.